Это только на первый взгляд. Разминка перед шоу проходила в расслабленном режиме. Более часа музыканты отстраивали звук аппаратуры. На сцене они творят джазовое кабаре-шоу, где церковная музыка звучит не так, как обычно, поэтому все должно быть идеально. Казань нами была выбрана. Почему? Казань, я лично всегда считал, что Казань — это один из городов интеллектуально-музыкальных, если можно так по-русски сказать. Здесь выступали другие мои музыканты, я менеджирую не только эту группу, здесь выступала и Шерри Мари, и я надеюсь надолго хорошие наши коммерческие взаимоотношения, и великолепнейшая вообще филармония. Мы привезли сюда невероятное шоу, которое с успехом прошло уже в других городах России. Мы видели, как люди реагируют, как вскакивают со своих мест, весь концерт хлопают, стоят и в конце выходят к нам на сцену. Шоу превращается в единое действо. Директор уверяет, шоу построено так, чтобы слушатели могли прочувствовать истинный вкус старого Гарлема. В отличие от традиционных госпел-исполнителей, музыканты этой группы одеваются в яркие костюмы и вечерние платья. Причем дружелюбная обстановка во время исполнения буквально стирает любые условности и стереотипы. The Harlem Gospel Life Review в Казани впервые, но они обещали, что не в последний раз. Елена Чердина, Роман Фенин, телеканал «Эфир».